Сразу два разбойных нападения раскрыли жамбулские полицейские. На пульт оператора 102 обратилась 29-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что неизвестное лицо проникло к ней в дом и, угрожая ножом, открыто похитило золотые украшения на общую сумму 700 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам был установлен и задержан 23-летний местный житель. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 192, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разбой». Вещественные доказательства изъяты, назначен ряд необходимых экспертиз. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В полицию обратился 82-летний житель Майнкумского района. Мужчина сообщил, что двое неизвестных лиц в масках, тайно проникнув к нему в летнюю кухню, где он спал один, применив силу, напали и открыто похитили 5 миллионов тенге, лежавшие у него под подушкой. По данному факту начато досудебное расследование по статье 192, части 3 УК РК «Разбой». Назначен ряд необходимых экспертиз. Сотрудникам полиции при проведении оперативных разных мероприятий были установлены четверо мужчин. 1977, 1984, 1987, 1985 годов рождения. Трое из них – жители Курдайского района, один житель Алматинской области. Следствием установлено, что задержанные по предварительному сговору приехали в Майнкумский район для совершения преступления. Как выяснилось, 35-летний подозреваемый является родственником потерпевшего и неоднократно просил у него деньги в долг. Именно он дал наводку соучастникам. В настоящее время трое подозреваемых задержаны и выдворены в изолятор временного содержания. Местонахождение еще одного участника преступления устанавливается.